Жила-была бабка, сидела на печке, захотела бабка искупаться в речке. Пошла бабка на базар, чтоб купить мочало. Наша песня хороша, начинай сначала. Программа «Вести недели» открывает новый телесезон. Я Дмитрий Киселев. Смотрите сейчас. Народная мудрость гласит, что если долго смотреть кремлевскую пропаганду о войне в Украине, можно легко почувствовать себя, если не внучком Ванги, то ночной ищейкой из «Битвы экстрасенсов». Вооруженные силы Украины продолжают нарушать режим тишины. Новости готовят по принципу «из пустого в порожнее». Раньше они хоть включали убогую фантазию и сказки про Блэквотер придумывали, а сейчас разленились в край. Фантазия и цинизм украинского военного командования не перестают удивлять. Единственная отрада и старательный работник сотого уровня – это наш старый знакомый Эдик Басурин. Мы давно раскусили его тайну об интимных играх с утюгом перед сводками. Но только сейчас у нас появилось шокирующее видео прямо из Донецкой ОГА. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Зажигание. Есть зажигание. Отрыв от стола! Конечно же, такие экзекуции не проходят бесследно. Басурин всю зарплату на подорожник дома Вишневского спускает. Однако есть от таких мучений и положительный эффект. Открылся у Эдички под воздействием температуры волшебный дар предсказателя. Хочу отметить факт подготовки территории химико-металлургической фабрики населенного пункта Донское, Волноваского района. К прибытию в период с 15 по 20 сентября запрещенных вооружений и личный состав вооруженных сил Украины до батальона. Чую, что через неделю будут укропы запрещенную технику да личный состав гнать, а через две точку У фосфором мазать. Период с 15 по 20 сентября. Может, хоть ТНТ на пацана внимание обратит? Такой талантище на битву экстрасенсов пропадает. Обращаемся к представителям ОБСЕ с просьбой зафиксировать факт прибытия запрещенных минским вооружений вооруженных сил Украины населенный пункт Донское. После 15 сентября. С другой стороны, с таким окружением оракул Басурин может скоро в профессиональную ворожку переквалифицироваться. Вот сейчас Google освоит и будет Захарченко в беляши, что попало, подливать. Ну а чё, стараешься, людей сказками радуешь, а полковника вон Гиви с Моторолкой дают. Легенда Новороссии Моторола стал полковником. Легендарный Гиви стал полковником. Сидит теперь капрал Сластика, да щеки отважности дует. Хорошо быть полковником. Вон, в Седово на учения давеча ездил, так бычков жареных бесплатно давали. Хотя, с другой стороны, и минусы есть. Не пишет полковнику никто, ну хоть ты тресни. С другой стороны, а когда новороссам кумиру писать, если камеры ОБСЕ еще не все украдены? Еще когда только наивные наблюдатели привезли камеры наблюдения в Донецк, мы сразу ванговали, что их могут слегка позаимствовать. И говорят, вот в эту самую минуту Гиви с Моторолкой дали праздничный салют. Осталось лишь придумать красивую версию, ведь сказать, что камеры ветром сдуло, это как-то банально. Но прошло время, и оказалось, мы, конечно, без утюга, но тоже провидцы немного. Не так ли, коллега? На территории, подконтрольной боевикам ДНР, украли камеры ОБСЕ. Об этом миссия сообщила на официальной странице в Твиттере. По информации из неподтвержденных источников, Союз гопников ДНР уже направил в офис ОБСЕ официальное письмо с просьбой установить плазмы, ноутбуки и планшетов пару. Исключительно для мониторинга за ситуацией, конечно. Конечно, высылайте нам еще. Нам нужны ноутбуки, нам нужны оптоволоконные кабеля, нам нужен телевизор с вот такой диагональю, потому что моя девушка очень любит смотреть кино на большом экране. То есть для того, чтобы мониторить продвижение украинских войск. Вообще, отжимы всего, что плохо или хорошо лежит, для многих боевых новороссов уже превратились из приятного хобби в тяжелый повседневный труд. Пока по телевизору соловьем поют, разливаясь о благородных шахтерах и трактористах, безоговорочно выполняем соглашения, достигнутые на переговорах
минском формате. Некоторые из них, уже не особо стесняясь, вспоминают о своих подвигах. Когда наши Волчевски заняли Крупорожку, там от охранной системы осталась одна только сигнализация и работающие на ручном приводе ворота. Систему видеонаблюдения и все прочие ништяки демонтировали казачки до нас. Тут отжали, там распилили, а потом Life News приезжает, а ты такой закатываешь глаза и давай заливать, боже, вы гляньте, до чего хунта Донбасс довела. И все же понимают, что именно по такой схеме все и происходит. Да и зачем вообще с натоптанной дорожки спрыгивать, если по ней уже больше 2 лет налегке бежали? Вот и получается, что все якобы новое на федеральных каналах — это хорошо забытое старое. Вот вам самый свежий пример. Мало вам снайперш литовских, мало дрессированных дельфинов-бандеровцев, так еще и химическое оружие каратели применить готовятся. Согласно агентурным данным нашей разведки, выявлены факты подготовки Генеральным штабом Вооруженных сил Украины под руководством Муженко плана применения химического оружия на Донбассе. Народ из секты свидетелей диверсантов на мусоровозах, естественно, сильно напрягается. Одна рука интуитивно тянется к марлевой маске, а другая — к пульту от телевизора. И что подлая хунта удумала? Зафиксированы факты разгрузки на сельскохозяйственные склады, ранее используемые для хранения химикатов, контейнеров с химическим веществом, предположительно зарином и ипритом. А пока под Покровском американские наемники надувают специальные снаряды ипритом, мы напомним, что подобного рода рассказки, мягко говоря, не первой свежести. Впрочем, посмотрите сами. В Киеве хотят применить против народа Донбасса химическое оружие. Получено сведения о разработке на территории Украины с помощью американских военных специалистов химического оружия. Если задаться целью, то такую подборку можно сделать как минимум на час эфира. Но главное здесь в том, что ни одного из этих «обещаем, мамой клянемся» в итоге не сбылось. О готовности применить оружие массового поражения украинскими силовиками, санкции киевских властей, но непременно будет доложена общественность. Ну а если осень пришла, погода хорошая и свежие отчетики придумывать лень, то запросто можно и баянчиком людей шугануть. Ведь именно страх и лежит в фундаменте недореспублик. Вы, бабушки, на цены и пенсию не смотрите. Вы лучше подумайте о том, что если, не дай бог, хунта придет, то будет вас хлором да ипритом травить. Вот ощущение осажденной крепости, оно, конечно, снимает проблему того, что ботинки жмут, хочется кушать, в квартире холодно, а вода на вкус дрянная. Вот когда завтра иприт, то, конечно, и девушки отзывчивее, и нечего ныть. А если вдруг и этого мало, то всегда можно не стесняться, да еще досыпать. Главное, уверенно так заехать, а народ уже привычно проглотит. По словам начальника управления народной милиции, сотрудникам удалось перехватить начиненный взрывчаткой беспилотный аппарат, прилетевший с территории Украины. Слыхал, Михалыч, домайданились хохлы. Летать никто не хочет, приходится беспилотники переоборудовать. Где это вообще видано? Самопровозглашенные республики предполагают, что целью атаки должен был стать гражданский объект в ЛНР. Истерию разгоняли все, кому не лень. И с каждой подобной новостью челюсть от удивления опускалась все ниже и ниже. Ну а теперь мы вам кое-что покажем. РИА Новости с гордостью рассказывают о российском беспилотнике «Орлан». Специальный технологический центр Михайловской военной артиллерийской академии представил в открытом доступе результаты эксперимента по созданию разведывательно-огневого комплекса. Но самое интересное дальше. Оказывается, эта птичка умеет ровно то же, что и те самые ужасные беспилотники укропов. И, о чудо, давным-давно применяется на востоке Украины. Скажем больше, что на украинских гражданах российский военпром этот аппарат и тестировал. Результаты эксперимента по созданию разведывательно-огневого комплекса на базе беспилотника «Орлан-10» и дивизиона самоходных 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика», а также результаты его боевого применения на Донбассе. Давайте с одного раза угадаем. Наверное, Захарченко, когда в Ростов ездил, тех же «Орланов» на сдачу взял. Ну а чё, военторги-то работают. Ну а если серьезно, было бы наивно полагать, что отпускники сюда с голыми руками толпами прут. Это, кстати, подтверждают и сами боевые новоросы.
Столько отпускников на собственном транспорте я еще не видел, а подвалы доверху забиты приятными сюрпризами для ВСУ. И образцы, которые только проходят обкатку. Вот и получается, что вместо обещанного цветущего русского мира Донбасс превратили в элитный полигон для испытаний российской техники. А люди? А чё люди? Да плевать России на людей! И когда это все закончится, даже гадалка Басурин не знает. Проникать Путину в голову он еще не научился.